Горячо болеют дошколята за своих. Что-что, а поддержка здесь на высшем уровне. Не отстают и воспитатели. Эмоции настолько зашкаливают, что некоторые чуть не сорвали себе голос. Зорница – первый этап. Прошел прекрасно. Дети преодолели все препятствия. Были сложности, но ничего. Это только начало, так что всем... Физкульт, привет, физкульт, ура! Воспитательница Жанна Алексеевна буквально заражает энергией. Удивительно, с каким участием она готовит детей к очередному конкурсу. Точно боевой командир Жанна Гракова ставит четкие задачи перед командой. Поэтому чувствуешь себя, как в настоящей детской армии. Аккуратно проползаем, по кочкам перешагиваем и прыгаем. Двумя ногами из обруча в обруч. Такие задания у участников детсадовской зорницы. Среди дошколят эту игру проводят впервые, но организаторы уже чувствуют, что этот почин поддержат и другие. В этой игре есть будущее, потому что у нас просто на конкурс в 14 детских мест был, наверное, конкурс 20 человек на место. Это была жесткая конкурентная борьба между детьми, каждый стремился попасть в команду. Зорничница Соня с малых лет привыкает к физическим нагрузкам. Девочка занимается танцами, плаванием и любит бегать. Благодаря любви к спорту девочка смогла пройти отбор. Теперь ей предстоят более серьезные испытания. Но Соня верит, что сможет победить соперников. Не зря же у ее команды такое название. У нас девиз «Георгий Победоносец», а у нас команда «Победоносцы». Первый этап зорнички прошел. Наряду с физическими способностями здесь оценивали аккуратность, художественные способности и умение оказывать первую медицинскую помощь. Родители и воспитатели заметили, детям зорничка понравилась, поэтому хотят сделать соревнования ежегодными. Анастасия Романова, Мария Жирова, Роман Солодовников, Иван Доцунов. АТВ «Ставрополь».